традициях 8-й школы прошла эстафета, посвященная памяти Владимира Петровича Гилетина. Яркий праздник спорта – школьный триколор с участием сильнейших спортсменов 8-й. По мнению коллег, именно Владимир Петрович Гилетин заложил в коллективе 8-й любовь к физкультуре. Так что и благодаря его стараниям школа была и остается до сих пор одной из самых спортивных в городе. Дети, конечно, готовились к спартакиаде, но подготовка была ознакомление с конкурсами, потому что спортсмены, они тренируются большое количество лет. Это спортсмены состава школьной команды по баскетболу, спортсмены, которые учатся в детской и юношеской спортивной школе. Поэтому без базы невозможно было показать конкурс на таком высоком уровне. И сейчас учителя физкультуры продолжают дело Владимира Петровича. В традиционной уже эстафете участвуют команды, в составе каждой из которых входят ученики с 3 по 11 класс. И практически все призеры и победители школьных и городских соревнований. Конечно, у самых маленьких не все получалось, как хотели старшеклассники. А в упорной борьбе победила команда оранжевых. Нервничали все, потому что боялись, что у начальных классов может что-то не получиться. У старших классов все было стабильно, а у маленьких иногда были какие-то ошибки очень сильные. И иногда было страшно то, что все провалится из этих грубых ошибок. Спортивный праздник мы проводим именно для того, чтобы воодушевлять участие школы на участие в различных спортивных соревнованиях, чтобы они развивались именно в этом направлении. К слову, с большим уважением в школьном коллективе относятся ко всем ветеранам. Вот и в этот раз в судейскую бригаду эстафеты организаторы пригласили бывшего директора школы Наталью Николаевну Воложанину, которая в свое время и училась у Владимира Петровича, и работала с ним в одной команде.